Так, лампа стационарная, 04001, ее артикул. Штатив быстроразборный, позволяет удобно транспортировать его, снимается поддон для аккумулятора, снимаются ноги, снимается вертикальная штанга, вот, вынимается при желании поворотный механизм вот отсюда, вот, и снимается плафон. Соответственно, лампа готова к транспортировке. Сейчас вот она в собранном виде. По желанию заказчика может укомплектовываться инструментальным столиком, как у нас сейчас, и поддоном для аккумулятора. Значит, столик тоже имеет быстросъемный кронштейн, поэтому, в принципе, если в нем необходимости нет, мастер может его быстро демонтировать. Лампа может комплектоваться тремя видами плафонов 45, 60 и 90 сантиметров. Плафоны нового образца сейчас устанавливаются на лампах. Они имеют цельнолитой корпус. Вот вы его видите сейчас. 4 полосы свечения и диммер регулировки. В данном случае узел крепления для лампы — это локлайн, усиленный локлайн. Вот вы видите, да, это синего цвета локлайн. В отличие от черных локлайнов, он имеет усиленные звенья регулировки, что увеличивает его срок службы и делает его более жестким к разбалтыванию, так скажем. Да. Плюс уголок, здесь вот он оснащен уголком, это достаточно удобно. 90-сантиметровые лампы, они оснащаются уже стационарным узлом крепления шарнирного типа. Его вы можете тоже увидеть в нашем каталоге. Значит, давайте по плафону. Значит, свечение 4 полосы. Я их сейчас включил, вы видите. И регулировка яркости. От самой минимальной до самой максимальной. Вот. Классический вариант — 2 полосы посередине. Плюс добавляются полосы по краям. Полосы по краям имеют разную температуру свечения, теплую. А по регулировкам, соответственно, верхний поворотный механизм обеспечивает вот такое вертикальное вращение. Соответственно, узел крепления дает возможность продольного перемещения по штанге. И, соответственно, сам узел крепления дает возможность поперечного вращения. Ну, в общем, любых видов вращений, которые только предусмотрены для лампы. Лампа имеет вентиляционное отверстие, защищающее ее от перегревания. Вот. Ну, и надежное крепление рассеивателя. О самом рассеивателе давайте поговорим. Значит, рассеиватель, в отличие от тех, которые существуют на рынке, имеет разработка АВТУ, градуировку. Вы видите, тут нанесена градиентная сетка. Сетка отличается от всех существующих, которые есть на рынке, сеток, и обеспечивает мягкое свечение, которое дает очень четкий градиент, вот, видимость дефекта, и в то же самое время минимальную усталость глаз обеспечивает мастеру в процессе работы. Это уже доказано годами эксплуатации этой лампы именно с этой градиентной сеткой. То есть мы сами работаем этими плафонами на постоянной основе, и вот на всех градовых работах это много раз себя доказало. Именно эффективность этой сетки, эффективность ее в том плане, что она дает очень хорошую видимость дефекта и минимальную усталость глаз. Поэтому вот этот момент для мастеров, он очень ценен в нашей лампе, именно в нашей лампе. И многие те, кто работали нашими лампами, понимают это и ценят этот аспект. Хочу показать, как лампа светит непосредственно на самой детали, для того, чтобы у вас сложилось объективное представление о нашей лампе.
Значит, ну вот смотрите, это место повреждения. Вот сейчас я найду такой ракурс, при котором камера сможет передать свечение лампы. Видите дефект. Видите детализацию самого дефекта. Вот, видно все мельчайшие неровности. Что самое главное, видны именно блики. То есть, если поставить лампу в нижнее положение, вот, то будут видны даже самые незначительные дефекты. Сейчас вы сможете в этом убедиться сами. То есть те плюсы и минусы, которые не видны в белом спектре свечения или же каких других ракурсов, вот на этой градиентной сетке они видны очень четко. Обратите внимание, как она передает картинку. Вот, ну и соответственно разные полосы свечения могут быть задействованы. Сейчас я включу все четыре, чтобы у вас было понимание того, как работают все четыре полосы, для, может быть, для кого-то ввиду особенностей зрения будет важно этот момент, чтобы использовать разные полосы свечения, разную теплоту свечения, потому что особенности глаз у всех разные. Вот. Таким вот образом. Ну и, соответственно, с помощью регулировки яркости вы можете выбрать необходимую для вас, для ваших глаз или для текущего момента, для цвета автомобиля яркость, или же цвет свечения. На этих лампах уже третий год проходят турниры на Кубок АВТУЛ. Ну и на этих турнирах многие мастера, которые приезжают со своими лампами, в процессе работы на турнире, в процессе самого турнира, переходят на наши лампы, вот, видя то, как они светят. Ну и, разумеется, судьи тоже пользуются для контроля дефектами нашими лампами.